Привет, хочу знайки! Сегодня будет слегка необычное видео, но оно вам точно понравится, поэтому устраивайтесь поудобнее и смотрите! Сегодня мы не будем сильно углубляться, просто покажем вам самые странные, интересные и просто смешные видео. Поехали! Они обязательно должны отправить свои резюме по вакансии механика в NASCAR. Можете угадать, что скрыто в этом видео? Теперь вы не сможете развидеть эту защитную окраску. У этого насекомого не было и шанса. Дружеское напоминание. Не используйте слишком много геля для волос. Услада для ваших глаз и ушей. Лайфхак для тех, кто не может поехать на море и заняться дайвингом. Ставьте лайк, если вы так же легко попадаете в сложные ситуации. Как ты туда попал? Если вы боитесь высоты, вам лучше отойти от экрана. Можно подумать, что посреди океана разбился звездолет, но на самом деле вы смотрите на сейсмическое судно. Оно издает низкочастотные звуки волны, которые отражаются от морского дна. Судно записывает эти отражения, а затем полученные данные использует для создания карты. Вот так ученые открывают новые месторождения нефти. Ходят слухи, что этот парень уже в другом районе, а дрель все еще не вышла. Кажется, последнее, чего мы должны бояться, это восстание машин или обезьян. Просто посмотрите, на что способны эти ребята. Вы можете удивиться, узнав, что у муравьев есть достойные конкуренты. Эти ядовитые рыбы из залива Акаба образуют шарообразные косяки, чтобы охотиться. Обидно, что машины после обеда отдыхают, а вы нет. Этот парень достиг края карты в этой вселенной. Расслабьтесь, никто не пытается навредить этому красивому животному. На самом деле работники заповедника перевозят его в более благоприятную среду. Уходи оттуда, мальчик. Вот так, уходи. К сожалению, это не значит, что пиво дает вам плюс 10 к вашей способности удерживать равновесие. Как эти люди не устали чистить сантиметры снега на ветровом стекле? Это должно быть транспортное средство Аладдина после тюнинга. Пришлось поработать пастухами, чтобы показать вам этот секрет. Любой опытный оператор или фотограф скажет вам, что лучшие кадры получаются тогда, когда их не планируешь. Когда ваш телефон отправился поплавать с рыбками в океане. Где-то в России был обнаружен памятник 2020 году. Я хочу найти хранителя Земли и поговорить с ним. Нам было 10 лет, когда мы узнали, что некоторые грузовики могут ездить и по дороге, и по железнодорожным путям. Тележка, которая нужна каждому в супермаркете в день зарплаты. Если бы были пит-стопы для людей.
Думаем, мы знаем, что вдохновило строителей на такую установку раковины. Это озеро Чебаркуль, Россия, куда в 2014 году упали обломки метеорита. Вот так выглядит самый большой кусок. Фрагмент метеорита был взвешен сразу после обнаружения. Его масса составила более полутонны. Это круче, чем играть на компьютере. Погодите, это урок физики или спиритический сеанс? Одно можно сказать наверняка. Ученые могут устроить крутое шоу на Хэллоуин, если хорошенько постараются. Посчитайте и скажите, сколько слоев пленки он снял. Для кого-то это страшнее сцены из фильма «Оно». Для кого-то это хуже любого ужастика. Где-то далеко сочувственно вздохнул имперский штурмовик. Ваша нервная система перед отпуском. История, которую они оба будут рассказывать своим внукам. Хотите знать, как люди переносят суровые условия работы в офисе? Что-то в этом видео не так. Можете увидеть. Напишите в комментариях, если вы сразу поняли, в чем здесь трюк. Кажется, что черный плащ с детства готовился стать супергероем. Постарайтесь не смотреть в глаза секретному агенту. Ой, вы посмотрели. Ваш корабль был захвачен, вам придется заплатить этому джентльмену, чтобы продолжить путешествие. Этот ледокол опоздал на полгода. Он мог бы закричать «Лови!». Вот каково это – привести пьяного друга домой. Когда в игре только один бесплатный скин. Его девушка может подложить в эту кучку брачный договор. Сколько стоило самое дорогое пиво в вашей жизни? Мы знаем, как позвонить мистеру Проперу, чтобы убраться в помещении. Но как нам убраться здесь? Давайте посмотрим на самые популярные прически 2022 года. Рождественская вечеринка на этой фабрике проходит в стиле техно-рейв. Единственный раз, когда мысль проигнорировать ручник пришлась как нельзя кстати. Мы здесь, чтобы помочь этому принцу найти свою принцессу. Пожарная безопасность в лифте 100 из 100. Неудивительно, что в Гватемале так жарко. У них есть этот обогреватель. Давайте вспомним, как эффектно выглядит установка фундамента нефтяной платформы. Знать, когда нужно остановиться, это искусство. Это вылетело у меня из головы. Пора перекусить, только тихо.
по его реакции понятно, что он недавно женился. Нет ничего стабильнее, чем ситуация на австралийских дорогах. Этот персонаж должен появиться в фильмах Marvel. А вы бы хотели посетить эту комнату ярости, чтобы снять стресс? Сначала она разберется с этим монстром, а потом поедет забирать мужа из салона красоты. Работай умом, а не силой. Привет от владельца этого автобуса всем, кто любит весну. Нужно сказать этому парню, что как только он доставит заказ с сырным соусом, запах перестанет его преследовать. Сейчас вы увидите что-то очень приятное. Даже без своих доспехов он гений, миллионер, плейбой, филантроп и работник автомойки. Поворот сюжета, и они на арене голодных игр. Судя по его методам, это тот самый супергерой с автомойки. Как вы думаете, он наслаждается бурей или призывает ее? Это был непростой месяц, пора немного расслабиться. Это видео заставит вас немного больше уважать змей. Награда «Работник года» достается этим двум. Друзья, ни для кого не секрет, что YouTube отменил монетизацию. И сейчас нам требуется ваша помощь. Буквально 50 или 100 рублей в месяц будет достаточно, чтобы наша команда продолжала работать для вас, выпуская интересный контент. Номер карты будет в описании. Огромное спасибо вам от всей нашей команды. Ну вот, как мы и обещали, видео было интересным. Увидимся завтра. И не забудьте подписаться на канал, если вы еще не подписаны.